Будем сейчас завтракать. Начал копать дождик. Вот сейчас 7:30 будет. А дети мои рано-рано проснулись. 6 утра и пошли на рыбалку. Вот сейчас вот дождь их напугал, вот там вот идут. Жду их. Буду кормить завтраком. Петрушка тут, ну, тоже уже пошла в стрелку. Получается, она у нас осенью выросла. Ну вот, в любом случае, природу не обмануть. Кого? Неудачная рыбалка. Неудачная? Сейчас не ловится, наверное, очень поздно еще для рыбы. Что-то поклевки были, но ничего. А Гришу она поклевывала, затянула, и он поплавок вот на вот этой порвал. Тогда надо идти завтракать. А что покушать? Ну, не знаю, пойдем сейчас придумаем. А что он что там делает? Спит еще. Мам, когда ты мне прислушался после последнего звонка? Не знаю. Мам, ты мне обещала после каникул. Пошли, пошли, еще ж каникулы не настали, пошли завтракать. Ну, Как Афонька пижамные штанишки одел. Мам, давай на улицу. На улицу пойдем или будем готовить завтрак? Я сейчас не хочу. Да, ну пошли посмотрим, что там за погода. На. А, что? Там надо штаны нормально делать. Да нет, там нормально. Пошли, Афонь, сходим. Давай, чайник. Наш чайник поймал, сломался. Мама, иди, что мне надеть? Ты куда? Афоня проснулся. Ты идешь завтракать, Афонь? Идем клубнику сейчас. Значит, можно кого-то? Нет, пошли сначала завтракать. Короче, слушай. Угу. Какая-то баллада. Давай, я тебе помогу. Давай, я тебе помогу. Да не, я... Нормально? Можно убрать и заново их сделать. Короче, сходили рыбаки на рыбалку. Рыбаки Да? Я замариновала утку, как всегда, майонез, сметана, чеснок, перец, соль. В общем, все намазала. Сейчас заворачиваю в бумагу для запекания. И около 2 часов она будет в духовке, 180 градусов, 2 часа. Вот так замотанная, потом разверну ее и, если надо, еще подрумяню. Я думаю, что за 2 часа она будет поджаренная уже. Все работают на меня. Стиралка стирает. Сейчас там белые рубашки, кимоно. Блин, скоро я от этого отойду, потому что летом белых рубашек нет, кимоно нет. Поэтому все супер. Стираю, наверное, этот раз. И еще когда там в четверг все постираю. И круто. Работает духовка. Утка готовится. Клубнику. Что там сегодня обещают дождь, да? Дождь уже тот, что был, закончился. Клубника спеет. Поподкладывали траву, чтобы, если был дождь, чтобы клубника не была такая грязная. Ну, вчера уже целую мисочку, да? Собрали. Мама поливает малину. Даже ягодки будут на кустиках, да? Где? Вот, ну, на смотри. Это вся ряд красная у нас? Нет, ну и черного впереди. Ну, а это совсем маленькие еще, ну, да? Мы уже пообрезали в чебуки. Угу. Ну, приняли все. Рассадим по осени. Да, сейчас поливать надо. Ну, там сильно густо. Ну, рассадим где-то. Ну, да. А сейчас мы смотрим по Яндексу, у нас
Дождь лупит, да, мы прям в центре вот этого темно-синего, и в ближайшие 2 часа дождь не прекратится. Вот ждем, когда он начнется. Мама вызывает. Да, мама вызывает. Дождь уже переоделась. С утра было прохладно, ветер холодный. Я полила всю малину, несмотря на то, что Яндекс обещал нам дождь. И все вот три рядка. Там еще смородину полила и вот эту вот малину. Так, вот это у нас 2 ряда старых малины. Это обычная, а вот 2 ряда ремонтантные. Но что-то она нам как-то не заходит. Ремонтантная, честно. Хотя уже вот-вот скоро будет. Посмотрите уже какие. Но что-то она нам пока не очень. Ой, тут и пчелка работает. Все как я люблю наблюдать. Ой, там еще одна. Так, это обычная малина, и она вот-вот только, видите, ремонтантная уже, с такими прям малинками зелеными. А вот это вот только вот зацветает. Обычная. Утку я уже достала, 1,5 часа она у меня была, и в принципе даже подзолотилась сверху, поэтому просто 1,5 часа. Сейчас я ее раскрыла. Вот тут у меня яйца. Варю яйца для салата и варю еще вот такой вот рис басмати, 4 пакетика осталось. 15 минут в кипящей воде. И здесь яйца домашние для салата. И утка будет. В общем, вот такой вот обед. Так, все, наш обед готов. Вид, конечно, утки. Я ее разделала. Снизу рис полила вот этим соком, который выделялся от утки. Там был, кстати, именно сок, а не жир. Я прям удивилась. Она не жирная совершенно. Утка и салат. Салатные листья, огурцы, укроп и яйца. Вот так вот крупно. Все, заправить можно чем угодно. У меня сметана, майонез напополам. Сейчас будем обедать. Дети, кстати, любят рис. У нас прям полюбили. Поэтому всем, надеюсь, понравится. Пускай Антон. Мам. Антон наложит. Тебе помочь, Антон? Мам. Папа, не ругайся. Вот. Ты бери руками мясо. Что там, дождик, да? Да что это такое, ну? Папуля наш съездил в магазин, купил нам бананы, виноград. Чего? Гриша тут перекусывает? А почему? Гриша пытался сделать чипсы, которые... Ты что, я даже не... Вот как человек пытался делать чипсы? Вот извините, извините, но он даже не почистил картошку, Гриш. А там мне сказано чистить. Гриша, я тебя прошу, ты хоть ее помыл? Угу. Тут человек пытался делать чипсы. Нет, там написано, ну не написано, а сказано, нарезать картошку, ну, намазать тарелку маслом, потом разложить картошку, ну, на тарелку, немного посолить и отправить в микроволновку на 5 минут. Я отправил, и что получилось, сырая картошка? Во-первых... Ты очень толсто порезал картошку, нужно зарезать. Просто мне сейчас нет времени тебе помогать. Я сейчас буду чистить. Все, мы будем готовить уху на костре. Купили. За, сейчас я тебе не могу помочь. За, честно, потому что там уже у папы рыба варится. Папа снимает шум. А ты палку будешь? Палку снимаю. А Фоня, он за папой, конечно. Что же ему костер нужен? Ты думаешь, ему папа не нужен? Угу. Ну куда ты перед глазами? Афонь. Так, морковка, лук, чеснок. Так, родня еще приехала. Ну, у нас есть, надо, кстати, помидорчики. У нас есть помидоры, да. Я их целиком кину. Ну, уже в конце, да? Укроп будем резать или скинем просто? Зеленый, нет, зеленый режь,
машину? У нас сухого дедушки нету. Иди до Кирюши. Ну там же ванна висела. Иди, вон, Кирюша. Надо сходить. Степ, надо сходить. Коля. А вот тут на втором этаже ничего нет? Не знаю, я не смотрел. Так, почти готово, пап. Ждем, когда закипит. Сушеный укроп добавили. Дети уже за клубникой. Это папа принес. Папа принес. Какой папа молодец. Будем еще вот это, да, бревнышко сюда тушить в ухе. И рюмку водки надо. Риша! А тушу сейчас. Тушить? Ага. Это такое, ну, всегда шпалинка, да. Чтобы запах. Так, а лаврушку надо? Да, да, две штучки кидай. И помидоры сразу давай. Ага, сейчас и помидоры принесу. Тетя Вера не дообрабатывала. Нет, что дообрабатывает? Человек сам сделал выбор. Теперь тетя Люба будет его с садика забирать. Ну, я за Антошку переживала, что он ударился. А, класс. Ой, это вообще... А пойдет, ничего страшного. Что, ты с бананом? Мы тут уху варили, а ты с бананом? Так, еще одну сейчас нальем. Это что, виноградик? Да. Да, виноградик тоже вкусный, да? Без помидора, ну, с... а, не, с помидора, хотел сказать. Ты мне достанешь. Ну, как раз вот взрослый. А просто эту рыбку можно, ну, я думала, ты ее так чуть-чуть порежешь, Зай. Зай, на кусочки. Ну, я еще с... Да, да. Хватит. Так, а теперь футбол, надо же теперь после ужина размяться. Пап, ну что, какой еще... Гриша вышел. А где Гриша ладно, был? Гриша. Что ты вокруг? Как собачка? Стой! Помешал! Ну как помешал? Раз он ударил по воротам. Да где ты помешал? Там ты нифига не помешал. Я помешал. Да я посадил. Как Кирюша делает там? Лежит и думает. Да, видон у вас, конечно. Ну, в смысле, грязный. Великолепно. Ничего,